Новый, современный, единственный в своем роде. Батлер Кольт. Для подравнивания кормов Батлер, изготовленные фирмой Wasserpauer, ведущего европейского специалиста по технологии кормления животных, уже с 2000 года успешно работают в сельском хозяйстве. В настоящее время фирма разработала и успешно внедряет на рынке новое поколение роботов Батлер. Уникальный Батлер Кольт имеет специальный патентированный шнек, который не уплотняет, а перемешивает и разрыхляет корм перед подачей его животным. Пробные испытания нового робота Батлер Кольт на молочной ферме показали, что животные потребляют больше корма и надой молока значительно увеличиваются. Также установлено и положительное влияние на плодовитость коров. Батлер Кольт легко может быть установлен в любом коровнике. Достаточно установить в полу коровника каждые 2 метра небольшие магниты, чтобы Батлер Кольт запомнил этот маршрут. Анна, Лена, осторожно, не подходите так близко к роботу. Безопасность окружающих очень важна для нас. Поэтому мы оснастили Батлер Кольт новейшей системой безопасности. Эта система защищает людей, животных и оборудование от возможных опасностей и травм. Управление Батлер Кольт возможно через компьютер с помощью планшетника и смартфона. Батлер Кольт оснащен беспроводной связью Wi-Fi, и вы можете управлять роботом из любой точки мира. Зарядная станция новой разработки значительно продлевает срок службы аккумулятора, так как она сама решает, следует ли заряжать аккумуляторы и когда это лучше сделать. Чтобы освободить проезд в коровнике, достаточно нажать кнопку, и Батлер Кольт сам выезжает из помещения. Установленная зарядная станция выдерживает нагрузку и при проезде через нее тяжелых машин. Если вас заинтересовали преимущества нового робота Батлер Кольт, свяжитесь прямо сегодня со специалистами нашей фирмы. Они ответят на все интересующие вас вопросы. Мы будем рады приветствовать вас как новых клиентов фирмы Wasserpauer.